Да, пожалуй. Ну, школьная любовь, это, наверное, у каждой девочки случается. Ну, наверное, она не в счет. А вот первая такая настоящая любовь, которая меня постигла, но она, я, в общем-то, всегда мне не везло, я влюблялась в молодого человека, который уже был с девушкой. И, ну, разбивать кого-то это негуманно. И поэтому я была настолько... Любовь моя была к нему возвышена, и я ходила, страдала, как, знаете, страдания юного Вертера, читала стихи возвышенные и слушала музыку, которую он любит. И понимаете, я даже себя поймала на мысль, что я за него радуюсь, что у них с девушкой такие взаимоотношения светлые, теплые. Видимо, это какое-то проявление любви было уже такого высокого порядка. То есть я не пыталась его там, сказать, захватить. Я просто радовалась. Но потом это чувство, ну, оно не быстро меня покинуло, кстати. Длилось до тех пор, пока я встретила действительно человека, с которым у нас была обоюдная любовь. Это уже совсем другое. Неразделенное чувство – это тяжелое чувство.